Аквамасло ФХ-051 – это водоразбавляемая эмульсия на основе растительных масел. Предназначена для ухода и защиты перил, полов, лестниц, дверей и других аналогичных изделий из древесины внутри помещений. Высокая проникающая способность масла ФХ-051 позволяет его использовать при работе с древесиной, которая ранее была обработана маслом, пропитана под давлением или термообработанной. Средний расход материала составит 1 литр на 10 квадратных метров при нанесении одного слоя. Работы по нанесению масла можно проводить при температуре окружающей среды и основания в диапазоне от плюс 5 и до плюс 25 градусов. Не рекомендуется проводить работы при прямых солнечных лучах, при сильном ветре, в жару и в дождь. Окрашенные, покрытые лаком поверхности и поверхности, которые нагреваются выше 40 градусов, покрывать маслом не рекомендуется. Обрабатываемая аквамаслом древесина должна быть здоровой, сухой и чистой. Ее влажность не должна превышать 15%. Перед применением продукта его необходимо тщательно перемешать. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины, хорошо втирая его в поверхность. Это позволит избежать избытка масла. Остатки не впитавшегося масла необходимо удалить мягкой тканью. Второй слой масла можно наносить спустя 6-8 часов. Масло рекомендуется наносить в 1-2 слоя. Обращаем внимание, бесцветное масло может изменить оттенок древесины. Используя тонированное масло, его необходимо периодически перемешивать. Аквамасло ФХ-051 представлено в 4 цветах. Бесцветное масло можно тонировать. Поставляется в фасовках 0,9 и 2,7 литра. Хранить масло можно в течение 18 месяцев с даты производства в плотно закрытой таре при температуре не ниже плюс 5 и не выше плюс 30 градусов, беречь от замораживания и прямых солнечных лучей. Окончательный, уже высохший слой можно отполировать хлопчатобумажной тканью.